В преддверии Нового года все спешат пополнить копилку добрых дел. К примеру, в Карамакшинском районе организовали благотворительный концерт. Первый благотворительный концерт собрал на одной сцене известных артистов со всей области. Умыт Медеова, Индира Елубаева, Марат Цугербай, Кунсулу Туркпен порадовали зрителей своими яркими выступлениями. Собранные с концерта средства будут направлены на помощь нуждающимся. Мы посоветовались с руководством района и создали специальную комиссию, которая после концерта подведет итоги и направит помощь тем, кому она больше всего нужна. Нас радует горячая поддержка земляков. Спрос на билеты был большой.